Дорогие друзья, начинаем 51-й выпуск программы «Дом культуры». Восьмого июля 1621 года в городке Шато-Тьерри, что на севере Франции, родился Жан де Лафонтен, французский литератор, получивший мировую известность как сочинитель басен в стихах. «И ты, певец любезный, поэзии прелестной, сердца привлекший в плен, ты здесь, лентяй беспечный, мудрец простосердечный, Ванюша Ля Фонтен». Вот такую характеристику дал Ля Фонтену юный Пушкин, находясь в садах лицея. И я думаю, что мы ей вполне можем доверять. В России Ля Фонтен был необычайно популярен. Даже его пьесы, не имевшие успеха во Франции, вызывали здесь интерес. А что касается его басен, то если бы не он, то не было бы у нас великого баснописца Ивана Андреевича Крылова, которого я очень высоко ценю и которому посвящен рассказ в 11-м выпуске «Дома культуры». Отец Ля Фонтена служил по лесному ведомству, и поэтому детство Жана прошло в лесах и полях. Когда ему исполнилось 26, отец передал ему свою должность и убедил жениться на 14-летней девушке, дочери зажиточного соседа. Жан подчинился просьбе отца, но к своим обязанностям отнесся крайне легкомысленно, как к служебным, так и семейным. И вскоре, бросив все, уехал в Париж, чтобы заняться единственным, что его интересовало – поэзией и драматургией. О доме он вспоминал лишь по случаю. Правда, с женой вел переписку и в письмах подробно описывал свои любовные похождения. Домой приезжал крайне редко, и после его визитов жена беременела и рожала очередного ребенка. О своих детях он вообще не думал, так что, встретив в каком-то доме однажды повзрослевшего сына, он его не узнал. В Париже Ля Фонтен имел блестящий успех. Особенной популярностью пользовались его фривольные рассказы, которые, кстати, были осуждены церковью, а некоторые просто запрещались цензурой. Но, как я понимаю, это и есть самый стремительный путь к успеху. Благодаря этим рассказам с интересом воспринимались и стихи поэта, и некоторые его пьесы. А басни так просто в лед расходились по Парижу, их всюду читали вслух и цитировали. Ля Фонтена охотно принимали в любом аристократическом доме. И только король Франции, король солнца Людовик XIV недолюбливал поэта, легкомысленного молодого человека, который не признавал никаких обязанностей. Поэтому принятие Ля Фонтена в французскую академию, о чем он все время мечтал, постоянно откладывалось. Его приняли туда только когда Ля Фонтену исполнилось 63 года. Биографы поэта вспоминают, что к старости характер Ля Фонтена стал резко меняться. Он вдруг стал опасаться расплаты за грехи молодости на том свете. Превратился в набожного католика, который где только мог осуждал свои прежние сочинения и письменно, и устно. Ну, короче говоря, превратился в старого мухомора. Он умер в возрасте 74 лет 13 апреля 1695 года. Но именно заблуждение молодости в творчестве Ля Фонтена представляют для нас особую ценность. А в мировой литературе он занимает почетное место как создатель нового типа басни, который существует до сих пор. Ля Фонтен использовал фабулы старинных притч, античных, Эзопа, Федра и авторов раннего возрождения, обогащал их сюжетно и придавал им поэтическую форму. Его стихотворные вступления, отступления, владение искусством при помощи ритма создавать движение и чувства, а также обилие стихотворных приемов поражали современников. Но это может оценить лишь человек, который в совершенстве владеет французским языком. Мы же судим о нем по переводам Крылова, который был очень самостоятельным человеком, имел свой независимый вкус, взгляды на жизнь, и его переводы скорее можно назвать вольными пересказами. Здесь мы должны поговорить о разнице между Крыловым и Ля Фонтеном. Крылов был моралистом, Ля Фонтен нет. Даже французские просветители Руссо и Мартин считали, что басни Ля Фонтена вредны детям, их не надо им читать, они ничему хорошему не учат. Также считали и русские писатели. Жуковский говорил: «Не ищите морали у Ля Фонтена, ее там нет». Ля Фонтен в своих баснях учит тому, как надо пользоваться обстоятельствами и людьми для того, чтобы достичь своей выгоды. У него побеждает всегда ловкий пройдоха, а проигрывает добрый простофиля. Он никогда не сентиментален, он не жалеет проигравшего, он всегда на стороне безнравственного, бессовестного победителя. То есть он никогда не думал об улучшении нравов общества, он стал моралистом только в конце жизни. Что касается меня, то я не представляю себе басни без морали. Мне кажется, что это нонсенс. Мораль – это главный смысл басни, ее идея. Мы так воспитаны со школьной скамьи. Воспитаны на баснях Крылова, чьи морали были правилами жизни, подобным заповедям. По этим моралям мы учились оценивать свое поведение и поведение окружающих. Однако бывает так, что вместо улучшения нравов мы наблюдаем падение нравов в обществе. Вот то самое происходит сегодня в современной России, где каждое проявление является подтверждением или иллюстрацией к одной из моралей басен Крылова. Ну, например, «А вы, друзья, как не садитесь, все, музыканты не годитесь». Это вполне относится к нашему современному российскому правительству. Или другая мораль. «Уж сколько раз твердили миру, что лесть вредна, гнусна, но только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок». Это подтверждается ежедневным потоком беспардонной лести, которая льется со всех экранов в адрес нашего несменяемого президента. А сам президент демонстрирует другую мораль. Когда к нему обращаются целые демонстрации с требованием восстановить справедливость, поставить на место взорвавшихся чиновников, он своим поведением напоминает кота из басни Крылова «Кот и повар», а Васька слушает да ест. Значит ли это, что все морали Крылова были бесполезны и он прожил жизнь зря? Нет. Дело в том, что понятие добра и зла, справедливости перестает существовать в обществе с двойной моралью, двойными стандартами, каким является сегодняшняя Россия, с ее карманным парламентом, подкупными судами, воровским правительством. Но этот режим, в конце концов, сменится. И тогда вернутся понятия чести, совести, справедливости. И тогда вернется необходимость изучать басни Крылова и учить ими наших детей. Что касается Жана де Лафонтена, то он, безусловно, заслуживает нашей благодарности. Как автор талантливых, искрящихся остроумием произведений, которые вследствие этого повлияли на всю последующую литературу и подарили нам замечательного баснописца Ивана Андреевича Крылова. (Связь) 7 июля 1884 года в Мюнхене родился Лион Фейхтвангер, немецкий писатель еврейского происхождения, один из наиболее читаемых авторов, работавших в жанре исторического романа. В дни моей юности Фейхтвангером зачитывались все, в том числе и я. Романы «Безобразная герцогиня», «Еврей Зюс», «Братья Лаутензак», «Гойя и летяжкий путь познания», «Лженерон» – это были произведения, которые открывали для меня историю. И я представляю ее себе сегодня в тех подробностях, которые подарил мне Фейхтвангер, поэтому я очень ценю этого писателя. Лион Фейхтвангер родился в семье еврейского фабриканта Зигмунда Фихтвангера, владевшего маргаринным производством. А его мать, Йоханна Баденхаймер, была образованной женщиной, и благодаря ей Лион получил довольно солидное образование. Сначала он учился в университете Мюнхена, затем Берлина. Вот как он описывает свое обучение. «Педантичное и трезвое, консервативное и патриотическое, без спорта, одним словом, не имеющее отношения к реальной жизни. В 19 лет Леон отказался от материальной помощи семьи и стал зарабатывать на жизнь сам, давая частные уроки и занимаясь журналистикой. Иногда приходилось голодать, но он упорно шел к своей цели – стать известным писателем. На этом пути его вдохновляли такие писатели, как Эмиль Золя, Толстой, Тургенев. Через некоторое время он начал выпускать литературный журнал «Шпигель», который рассматривал вопросы искусства. Сам он публиковал там свои рецензии на театральные постановки. В 1909 году Фейхтвангер на молодежной вечеринке увидел девушку, которая выделялась из компании копной черных волос. Он в то время предпочитал блондинок, как он сам признавался. Но девушка была выше его на полголовы, а маленький рост был пунктиком Фейхтвангера. Он компенсировал этот недостаток демонстративной свободой в поведении и остроумием, и ему это всегда удавалось. Он заговорил с девушкой с некоторой развязностью, пересыпая свою речь колкостями. Но девушка слушала его с интересом и улыбкой. Молодые люди понравились друг другу. Они стали встречаться. А через 3 года Марта Лефлер стала женой Фейхтвангера. Не только женой, но и советчицей в делах, в творчестве и верной подругой в час испытаний. Первым испытанием, которое подкинула им судьба, было рождение мертвой дочери, после которого Марта не смогла больше иметь детей, и супруги всю жизнь прожили бездетными. Между тем началась Первая мировая война, и в ноябре 1914-го Лион Фейхтвангер ушел на фронт. А через месяц он был демобилизован по состоянию здоровья и вновь вернулся к журналистской и писательской деятельности. После войны он написал несколько пьес. Некоторые из них шли в берлинских театрах и имели относительный успех. Но их антивоенная направленность вызывала отторжение со стороны значительной части зрителей и критиков. И Марта посоветовала ему перейти на исторические романы. Это был мудрый совет, и Фейхтвангер тут же стал завоевывать симпатии читателей. Его книги переводились на другие европейские языки. И первым романом, который принес ему всемирную славу, стал «Еврей Зюс», выпущенный в 1925 году. События романа происходят в XVIII веке. Это увлекательная история ловкого финансиста, еврея Зюса, который стал первым министром правительства герцога Вертембергского. Он проводит жесткую, беспринципную политику, разорительную для народа, в интересах своего герцога и своих собственных корыстных интересах. Но он расплачивается за свою беспринципность гибелью любимой дочери, которая выбрасывается из окна замка, спасая свою честь от домогательств герцога. История по своему сюжету напоминает мне оперу Верди «Риголетто», написанную по мотивам драмы Гюго «Король забавляется». Самое любопытное, что Фихтвангера обвиняли как в еврейском национализме, так и в антисемитизме. В дальнейшем Фихтвангер создает новый тип интеллектуального исторического романа, в котором под описанием ушедших исторических эпох угадываются параллели с современностью. Так, например, роман «Лженерон», написанный в 1936 году, рассказывает про двойника римского императора Нерона, только что убитого, о чем знают лишь несколько лиц из окружения. Он начинает царствовать, и в образе этого лживого, трусливого, беспринципного и жестокого тирана угадываются черты Адольфа Гитлера. Фихтвангер первым показал, какую угрозу миру несет немецкий национал-социализм и лично Адольф Гитлер. Он первым показал, что движение национал-социализма – это реальная политическая сила. Показал еще тогда, когда движение коричневорубашечников только набирало вес в стране в конце 20-х годов. Этому посвящена трилогия «Зал ожидания», в которую входят романы «Успех», «Семья Оппенгейм» и «Изгнание». И читатели легко угадывали в героях главарей Третьего рейха, а Адольф Гитлер выступал там под своим именем. К счастью для Фихтвангера, он с женой встретил приход Гитлера к власти в 1933 во Франции. После этого он сразу был лишен немецкого гражданства. Мало того, за голову Фихтвангера была объявлена награда – 10 тысяч немецких марок. На родине его ждала верная смерть. Хитрый Сталин, который с одной стороны заигрывал с Гитлером, а с другой стороны показывал ему свою независимость, пригласил опального в Третьем рейхе Фихтвангера посетить Советский Союз. Его встретили здесь как высокого иностранного гостя. Фихтвангера лично принял Сталин и имел с ним беседу, которую Фихтвангер подробно описал в своей книге «Москва, 1937». Она вышла в России тиражом в 200 тысяч экземпляров, и предисловие к ней написал лично сам Сталин. Man begreift, warum die Massen ihn nicht nur verehren, sondern auch lieben. Перед началом войны с Германией во Франции, которая заискивала перед своим агрессивным соседом, началось выявление нежелательных иностранцев. Фихтвангер попал в их число, был задержан и отправлен во французский лагерь, где вместе с другими немецкими евреями он ожидал в любую минуту передачи немецким властям. И тут Марта развернула бурную деятельность. Она написала десятки писем самым влиятельным людям мира, в том числе и супруге 32-го президента США Элеоноре Рузвельт. С ее помощью Фихтвангеру удалось бежать из лагеря. Затем он, загримированный под женщину, был вывезен в Соединенные Штаты Америки. Здесь они поселились в Лос-Анджелесе на вилле, которая называлась «Аврора». Первым произведением, которое написал в США Фихтвангер, был роман «Братья Лаутензак», также посвященным событиям, происходящим в нацистской Германии. Роман рассказывает про двух немецких братьев, из которых Оскар обладает даром ясновидения, то есть способностью предсказывать будущее, а Ганс Йорк занимает высокий пост в национал-социалистической партии. Он знакомит Оскара с Адольфом Гитлером, который становится его покровителем, а Оскар – верным слугой своего фюрера. Когда нацисты приходят к власти, Оскар занимает высокое положение в Третьем рейхе. Его советами пользуется новое правительство Германии. Именно его идеей воспользовались нацисты, когда сделали провокационный поджог Рейхстага, чтобы Гитлер мог обвинить в нем оппозиционные партии и объявить их вне закона. Но двигаясь вверх по карьерной лестнице, Оскар постепенно теряет своих самых преданных друзей и свою возлюбленную, мать своего ребенка. Он полон раскаяния и бросает горькие упреки в лицо некоторых главарей Третьего рейха. У него происходит ссора с братом, которая заканчивается дракой, и более физически сильный Оскар поколачивает своего брата Ганс-Йорга, и тот становится его непримиримым врагом. Защиту от врагов Оскар пытается найти в лице фюрера, которого считает своим другом. Однако Адольф Гитлер самоустраняется от участия в этом конфликте и тем самым передает Оскара в руки его недругов. Ночью Оскара Лаутензака захватывает группа нацистских ликвидаторов, отвозит его в лес и там расстреливают. В его смерти обвиняют красных, и надгробную речь произносит сам Адольф Гитлер. Таким образом, в самом начале мировой войны Фихтвангер показывает всему миру, как опасно, лживы, жестокие и беспринципны главари Третьего рейха, и как опасно для всего мира это агрессивное и преступное государство. В Соединенных Штатах семья Фихтвангера жила довольно обеспеченно. Благодаря гонорарам, получаемым за довоенные фильмы, снятые по его романам, «Еврей Зюс», «Семья Оппенгейм», а также за издание и переиздание его новых книг. А вот после войны отношение к Фихтвангеру как к современному классику заметно снижается. Негативную роль в отношении читающей публики к писателю играет его положительное отношение к Советскому Союзу и лично к Сталину, а также орден, полученный от коммунистического правительства Германской Демократической Республики. Не последнюю роль в этом играет и холодная война, а также кампания маккартизма, охватившая Соединенные Штаты Америки. Лично я отделяю политические заблуждения Фихтвангера от его произведений, которые в силу таланта писателя гораздо мудрее его как политика. Но те, кто отвергают его наследие, исходя из политических штампов, просто обедняют свой культурный багаж. Не читать Фихтвангера из-за того, что он беседовал со Сталиным и был на стороне Советского Союза, врага нацистской Германии, так же глупо, как не слушать гениальную музыку Вагнера из-за того, что тот был антисемитом. В 1957 году у Фихтвангера был обнаружен рак желудка. Он скончался во время хирургической операции 21 декабря 1958 года. Его жена Марта пережила его на 26 лет, скончалась на 96-м году жизни и была похоронена рядом с могилой мужа. Советую читать Фихтвангера всем, кто не знаком с его творчеством или знаком эпизодически. Он пишет увлекательно и в то же время обстоятельно, глубоко погружаясь в атмосферу и подробности описываемых им событий. Благодаря этому мы можем пробуждать свою фантазию, обогащать свое представление об истории, дополнять картину мира. Вот почему его нужно читать, в отличие от рекламируемых на страницах интернета произведений криминального и любовного чтива. Это куда интереснее и полезнее. Лично я собираюсь прочесть пропущенную мною трилогию о римском историке Иосифе Флавии, а также познакомиться с рассказами и новеллами писателя, о которых я до сих пор ничего не знаю. . 9 июля 1933 года в Сталинграде родился Элем Климов, советский кинорежиссер, сценарист, председатель правления Союза кинематографистов времен перестройки. Я хочу отметить Элема Климова не только как одаренного кинематографиста, но и как прогрессивно мыслящего деятеля кино, который был моим единомышленником во взглядах на необходимость перестройки в советском кинематографе. Эта перестройка обернулась для меня удачей, потому что позволила мне в течение ряда лет свободно творить без цензуры, подчиняясь лишь собственному вкусу и чувству гражданской ответственности за будущее страны. Поэтому я отношусь к Элему Климову с большой теплотой. Кроме того, разговор о нем позволяет мне коснуться перестройки времен Горбачева, перестройки в кино, которую сегодня прихвостни Никиты Михалкова пытаются всячески оболгать и втоптать в грязь. Моя защита как свидетеля и участника тех событий просто необходима. Но сначала о режиссере. Отец Элема, Герман Степанович Климов, был следователем по особо важным делам Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. После 1956 года он занимался реабилитацией невинно осужденных в годы сталинских репрессий. Он и его жена Калерия Георгиевна были убежденными коммунистами с идеалистическими взглядами на Октябрьскую революцию. Вероятно, поэтому они и дали своему сыну имя Элем, что расшифровывается как аббревиатура «Энгельс, Ленин, Маркс, Элем». В 1941 году Элем должен был пойти учиться в Сталинградскую школу, но ее закрыли в связи с начавшейся войной. Когда немцы начали бомбить Сталинград, Калерию Георгиевну с двумя сыновьями и бабушкой эвакуировали на Урал под Свердловск. После войны, в 1957-м, Элем закончил Московский авиационный институт и стал работать инженером на заводе, а через 2 года поступил в ВГИК на режиссерский факультет в мастерскую Ефима Дзигана, известного советского режиссера, автора знаменитого фильма «Мы из Кронштадта». Элем Климов был из тех редких выпускников ВГИКа, чей дипломный фильм не только вышел на всесоюзный экран, но и получил всенародное признание. Я помню, как наш преподаватель актерского мастерства Владимир Викторович Петров пришел на занятия, переполненный впечатлениями о только что увиденной кинокомедии с Евстигнеевым в главной роли. Не в силах сдерживать восторги, он стал пересказывать эпизоды фильма, заражая нас, первокурсников, своим энтузиазмом. И после этого мы все дружно пошли смотреть фильм «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Это действительно была очень смешная, изобретательная, острая комедия, в которой под видом начальства пионерского лагеря критиковалась вся система советских чиновников-управленцев. После этого я еще десятки раз смотрел эту картину с большими перерывами во времени. И каждый раз она доставляла мне удовольствие и радостный смех, потому что это действительно талантливое, редкое кино. Давайте-ка, ребята, споем-ка перед стартом. У нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, в караваны ракеты. Помчат нас вперед от звезды до звезды. Нет, нет, первый я там оставлю место. Ничего, ничего, проходите, пожалуйста. Так, способные ребята, а в пароходе не сидят. Хорошо. Начните номер сначала. Прошу. Еще некоторые еще не видели. А ну-ка, ребята. Ребята, садитесь. Начинайте, пожалуйста. День ото дня все веселей. Живем мы. И чудеснее. Внимай, земля, споем тебе про космонавтов песню. Заправлены в планшеты. Заправлены в планшеты. Эту песню, товарищ Митрофанов, Гагарин пел в космосе. После этого фильма все запомнили имя молодого режиссера Элем Климов. Я стал следить за его работами. На следующий год, а это был 1965, он снял следующую картину «Похождение зубного врача». И в этом же году он женился на своей однокурснице, кинорежиссере Ларисе Шепитько. Это было, конечно, счастьем для него. Любящая жена была красива, умна, талантлива. Вот судьба картины не сложилась. Сценарий Александра Володина был оригинален по стилю и вызывал у режиссера понятное желание найти свежий киноязык. Желая быть оригинальным в съемках и монтаже, Климов потерял органичность рассказа, и фильм получился искусственным, косноязыким, неудобным для просмотра. Это мое субъективное мнение. Я знаю, что у картины есть горячие поклонники, и если фильм доставляет им удовольствие, то в данной ситуации они выиграли, а я проиграл. Все. Уже? Уже. Что? Я не почувствовал. Не может быть. Да нет, доктор, я, честное слово, ничего не почувствовал. Ну вот и все в порядке. Очень удачно. Очень. Простите. Да. Вы действительно ничего не почувствовали? Абсолютно. Нет, я интересуюсь, потому что это очень странно. Этого не может быть. Ну что вы, медицина. Сразу ничего не надо обезболивать. Раз и готово. Простите, вы что, совсем ничего не почувствовали? Абсолютно. Спасибо. Сергей Петрович, вас ждут. Следующей удачей Климова был фильм «Спорт, спорт, спорт». Да, говорю, тут обычные тренировки не помогут, на секрет знаю. Их, он даже побледнел. Дядь Володя, открой секрет и все. А не боишься? Придется и все за мной повторять, говорю. Картина нового, оригинального жанра, потому что режиссер соединил в ней игровые кадры с документальными, где снимал реальных советских и зарубежных спортсменов, с историческими кадрами, с кинохроникой, с выступлением Беллы Ахмадуллиной, которая читала сама свои стихи, с фрагментом песни «Битлз». И советские зрители впервые увидели на экране Леннона, Маккартни, Харрисона и Ринго Старра. Правда, советская цензура вскоре вырезала эти фрагменты, и фильм шел уже без них. В постановочных эпизодах фильма снимались известные актеры. Через всю картину проходит игровой персонаж, старый массажист дядя Володя в исполнении актера Георгия Светлани. Действие фильма происходит на стадионах Москвы, Филадельфии, Стокгольма, Токио, на стадионах будущего и далекого прошлого. Там есть эпизод Олимпиады 1936 года в Берлине, когда 4 золотые медали взял афроамериканец Джесси Оуэнс, вызвав гнев Адольфа Гитлера. Есть там другой эпизод 1959 года, когда во время бега на 10 тысяч метров американский спортсмен Боб Шот оказался на грани смерти из-за обезвоживания организма от ужасной жары. Есть там целое киноглава, рассказывающая про то, как советский спортсмен Валерий Брумель, автор нескольких мировых рекордов по прыжкам в высоту, попал в страшнейшую аварию, переломав во многих местах ногу. Потом он перенес несколько тяжелейших операций, а затем приступил к мучительным тренировкам, которые длились долго, тренировки, упражнения, но позволили ему вернуться в спорт. Он совершил подвиг, ничем не уступающий подвигу летчика Моресева. Короче говоря, это очень интересная картина, в которой много всего, и драматизма, и веселости, и я рекомендую ее посмотреть всем, кто не видел. В 1975 году Климов снял фильм, который многие считают самым значительным произведением его творчества. Это фильм «Агония», рассказывающий о Григории Распутине, его роковой роли в жизни царской семьи и будущем России, его жестоком убийстве в доме князей Юсуповых. Однако на экраны фильм вышел только в начале перестройки, через 10 лет после того, как был снят. Потому что главный идеолог страны Михаил Суслов нашел в нем серьезные идеологические ошибки. Его претензия заключалась в том, что если российская самодержавная власть была такой слабой, как это показано в фильме, то ее ничего не стоило сковырнуть. Почему же мы в таком случае в течение полувека в истории партии утверждаем, что благодаря только тяжелейшей подпольной борьбе большевиков совершилась Октябрьская революция? Вот такие соображения возникали в мозгу серого кардинала, и благодаря подобным соображениям вершилась внутренняя и внешняя политика страны в то время. На высших курсах сценаристов и режиссеров нам, студентам, показали «Агонию» в начале 1981 года. Я с огромным любопытством шел смотреть этот запрещенный фильм и был разочарован, увидев весьма тяжеловесную картину, где 1/3 занимала историческая кинохроника за кадровым комментарием, а остальную часть фильма – весьма тривиальные представления его авторов о предреволюционной России. Глупый царь, истеричная царица, вокруг трона одни дураки и проходимцы. И на этом фоне гвоздем программы выглядели картины пьяных оргий святого старца Григория Распутина в исполнении Алексея Петренко. Не знаю, что не устроило там Михаила Суслова, нашего идеолога. На месте его я бы радовался, что здоровые, целеустремленные большевики, какими их показывало советское кино, так выгодно отличаются от всей этой гнили. Должен сказать, что и мои коллеги, будущие режиссеры, которые жадно искали в мировом кино все новое и выразительное, были разочарованы фильмом. Потом я узнал, что и Элем Климов был недоволен своей картиной. Я только не понимаю, какие именно претензии он к себе предъявлял. Я пересмотрел «Агонию» перед тем, как снимать этот выпуск. И теперь уже с позиции моего кинематографического опыта должен сказать, что главным просчетом фильма являются недостатки его сценария, написанного Семеном Лунгиным и Ильей Нусиновым. Однако это ни в коей мере не снимает ответственности режиссера. Режиссер всегда является соавтором сценария, причем главным соавтором. Он машинист киноэшелона, и прежде чем пускаться в путь, должен подготовить, проложить надежные рельсы. Это для меня правило номер 1. Вторым существенным недостатком картины является то, что режиссер принуждал актеров играть состояние, а не действие. От этого всегда предупреждал, уберегал Константин Сергеевич Станиславский. Отсюда в фильме такое обилие затянутых крупных планов, что вообще является дурным тоном в кино. Лично я считаю, что у Элема Климова изначально был талант задорного, хулиганистого, изобретательного режиссера, который ярко проявился в его первых картинах «Добро пожаловать» и «Спорт, спорт, спорт». Кстати, сценарий фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» написали те же сценаристы, что и «Агонию» – Нусинов и Лунгин. Но это был прекрасный сценарий. А я лично считаю, что хороший сценарий – это 75% успеха фильма. Разумеется, если за него берется режиссер хоть с каким-то дарованием. А у Климова был яркий режиссерский талант. Я думаю, что на его эстетические вкусы повлияла его жена Лариса. Выдающийся режиссер с сильным характером и драматическим мироощущением. Живя с ней, он перестал снимать комедии. Он никогда не возвращался к этому жанру, вероятно, считая его второстепенным. Так считают многие, даже не глупые люди. Это глубокое заблуждение. По моему убеждению, комедийный талант – это большая редкость. Умный смех необходим человечеству. Без него оно глупеет, хереет. Но Климов, вероятно, так не считал. А трагическая гибель его супруги, Ларисы Шепитько, стала для него тяжелейшим испытанием. И он посчитал своим долгом не только завершить неоконченную ею картину, но и пронести в жизнь ее мироощущение. После гибели жены Климов снял 3 фильма. В 1980-м документальный фильм «Лариса» о ее гибели. В 1981-м фильм «Прощание». Тот самый фильм, на котором погибла Лариса, его режиссер-постановщик. Климов продолжил работу над ним и завершил съемки. Фильм «Прощание», снятый по повести Валентина Распутина, рассказывает о том, как по решению местных властей была затоплена под водохранилище старинная русская деревня Матера. И тем самым было уничтожено все прошлое ее жителей. Была уничтожена русская история, чем планомерно занималась советская власть. Фильм тяжелый, вызывающий сочувствие ко всем его героям. Но с моей точки зрения, ему не хватает той щемящей пронзительности, которая была свойственна фильмам Ларисы Шепитько. «Крылья», «Восхождение». Ей это было свойственно, для нее это было органично. Но, может быть, это мое субъективное мнение, и с ним совершенно не обязательно соглашаться. Последней картиной, снятой Элемом Климовым, был фильм «Иди и смотри» по сценарию Олеся Адамовича, который рассказывал о расправе немецких захватчиков над жителями белорусского села. Режиссер поставил задачу потрясти зрителей зверствами садистов, показанных с предельным натурализмом, как это было на самом деле. И ему это удалось. Смотреть фильм очень тяжело, как видеть резню животных на мясокомбинате. Пафос режиссера, я не знаю, против кого был направлен. Он хотел вызвать ненависть к немцам через полвека после того, как закончилась война. Но немцы уже переменились. И современные немцы как раз так же, может быть, еще с большей ненавистью осуждают садизм и зверство своих предшественников. В то время как в России появились свои изуверы и садисты. Эти кадры из фильма Климова не останавливают современных садистов-вагнеровцев из отрядов, созданных Пригожиным, поваром Путина, которые орудуют в Сирии и с особой жестокостью убивают военнопленных, а потом снимают это на видео и распространяют в интернете. Эти кадры не останавливают садистов-добровольцев, которые идут в самопровозглашенные республики Донбасс и Луганск для того, чтобы убивать, насиловать и грабить. Для них эти кадры лишь руководство к действию. А нормальным зрителям они наносят душевную травму. Признаюсь, я лично не смог досмотреть фильм до конца. Фильм «Иди и смотри» вышел на экраны в 1985 году. В этом же году генеральным секретарем КПСС и главой государства становится Михаил Горбачев, который планирует провести перестройку во всех сферах деятельности, партийной и государственной. Ему необходима поддержка общественности. Прессы, телевидения, писателей и, конечно, кинематографистов. Секретарь ЦК КПСС Александр Яковлев пригласил к себе Элема Климова и предложил ему возглавить Союз кинематографистов с тем, чтобы начать преобразование в сфере советского кинематографа, который, как известно, из всех искусств является для нас важнейшим. И Климов согласился. В мае 1986 года состоялся 5-й съезд Союза кинематографистов, на котором было выбрано новое руководство Союза. Сейчас из всех дыр и щелей льются потоки грязи, обвиняющие 5-й съезд в страшном преступлении, в том, что он сверг прежнее руководство во главе с Сергеем Бондарчуком. Как свидетель и участник всех событий должен сказать, что 5-й съезд был первым революционным событием, который дал старт перестройке и, прежде всего, гласности, без которой мыслящие люди теперь больше не могли жить в стране. Что касается Сергея Бондарчука, то к этому времени он давно пережил свой талант и стал настоящим партийным бонзой, сталинистом с консервативными взглядами. О его антисемитизме ходили легенды, потому что он, не стесняясь, проявлял его всюду при многочисленных свидетелях. Дожив до времен застоя, Сергей Бондарчук сам стал опорой этого застоя, потеряв всякую связь со временем. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в самые тяжелые времена кризиса для страны, когда даже полки столичных магазинов опустели, когда жены после работы не могли принести продукты в семью, потому что с утра они были сметены неработающими пенсионерами, когда после развязанной кремлевскими старцами войны в Афганистане сюда вернулись тысячи искалеченных молодых людей, искалеченных нравственно и физически. В это время Сергей Бондарчук не находит ничего лучшего, как снимать киноэпопею «Тихий Дон», чтобы утереть нос своему учителю Сергею Герасимову, который в свое время снял по этой книге шедевр. Для этой киноэпопеи Бондарчуку нужны немалые средства, И он все время пытается получить их из оскудевшей казны. И при прежнем руководстве он бы их, конечно, получил. Как через несколько лет после этого Никита Михалков получил от премьера Черномырдина огромную сумму в 40 с лишним миллионов долларов на свою киноэпопею. Невежественный Черномырдин, для которого что кино, что цирк было все едино, не подарил ему эту сумму. Он вынул ее из годового бюджета всей отечественной кинематографии, оставив все студии страны без возможности снимать запланированные фильмы в течение года. И тем самым еще раз обескровив не окрепшую кинематографию страны. Так вот, пятый съезд кинематографистов лишил Бондарчука и его окружения возможности пользоваться индустрией отечественного кинематографа как своей собственной вотчиной в своих интересах. Пятый съезд кинематографистов стал бурным собранием, на котором впервые в лицо прежнему руководству было высказана вся горькая правда, все справедливые обвинения. Но большинство выступлений было посвящено необходимости в корне менять сам кинематограф, избавляться от мелочной идеологической цензуры, которая уродует все, к чему прикоснется, следить за справедливым распределением средств между студиями страны и режиссерами. Многое говорилось о необходимости вдохнуть новые идеи в само отечественное кино. Но выступавшие не могли сформулировать, каким оно видит, это будущее кино. И тут, после окончания трудового дня, по инициативе кого-то из организаторов съезда, участникам был показан мой только что законченный фильм-дебют «Праздник Нептуна». Его показ произвел впечатление взрыва бомбы. Зал ревел от восторга. Кинематографисты увидели кино, которое смеялось над киносказками прежних лет, воспевающими подвиг народа. Оно смеялось над всем знакомыми страницами отечественного бытия, с приписками, показухой, ложным патриотизмом. «Вот оно, новое кино», — говорили новые руководители Союза, пожимая друг другу руки. А я в этот момент, никому еще неизвестный выпускник высших режиссерских курсов, стал героем номер один перестройки в кинематографе. И мой фильм «Праздник Нептуна» был затем показан на съезде журналистов, съезде писателей. В выпуске номер 31 Дома культуры, в странице, посвященной Виктору Астафьеву, я рассказывал о том, как мне в Ленинград из Москвы звонили три знаменитых писателя – Астафьев, Распутин и Белов, и выражали свой восторг от только что увиденного фильма на съезде. Буквально совсем недавно закончился пятый съезд кинематографистов Союза СССР, где мне была оказана высокая честь занять пост первого секретаря правления. Мы хотим, чтобы народ жил в иной духовной атмосфере, в атмосфере честности, справедливости, гласности. И мы, кинематографисты, думается, должны делать не формально гражданские фильмы, а гражданские фильмы, которые будут затрагивать самые острые, самые глубинные, кардинальные, корневые проблемы жизни нашего общества, жизни мира всего. Мы должны шире смотреть на тематику своих фильмов. Мы должны для этого сделать все, чтобы истинно талантливые люди получили доступ к киноаппарату. А через несколько дней меня вызвали в Москву в Союз кинематографистов, и я познакомился с Элемом Климовым. Он предложил мне пост в правлении Союза. Я извинился и сказал, что слишком долго ждал возможности снимать свое кино, и теперь, когда удача мне улыбнулась, и я вышел на зрительскую аудиторию, я хочу ковать железо пока горячо, а не заниматься административными делами. «Мы все хотим снимать кино», — сказал в ответ Климов. «Но для этого надо создать условия для творчества, иначе все вернется на круги своя. Ты должен нам помочь сделать эти изменения необратимыми, и тогда мы все будем снимать свое кино». Я сказал, у нас позиции не равны. У всех нынешних руководителей Союза за плечами состоявшаяся творческая биография, в то время как я только начинаю, и начинаю довольно поздно, поэтому я не могу отказываться от грядущих проектов, меня ждет съемка. И мы расстались довольно холодно. Климов был разочарован, и он имел все основания обижаться на меня, потому что он взвалил на себя грандиозные планы, грандиозную задачу, а помощников у него не хватало. А те, которые были, к сожалению, были некомпетентными. Например, Ролан Быков, который скорее дискредитировал перестройку в кино, чем помогал ей. Но самую большую подножку Климову подставил тогдашний премьер-министр Рыжков, который своим некомпетентным решением отменил проект Климова по перестройке отечественного проката, без которого отечественное производство кино лишалось фундамента. Это было все равно, что лишить боевые орудия и боеприпасов. Я очень сочувствую Элему Климову, которому не удалось, ему помешали осуществить его грандиозные планы в переделке отечественного кинематографа. Но я не жалею о своем решении вернуться к съемкам фильма. Это позволило мне снять важные для меня картины, Фонтан, бакенбарды, «Окно в Париж» до того времени, как к власти в кино придет вновь Никита Михалков и его клика. Элем Климов остался в моей памяти смелым, бескорыстным человеком с принципами и совестью. Его последнюю мечту, кинопроект «Мастер и Маргарита» по Булгакову, осуществить не удалось. Но его первые фильмы, полные юмора, таланта и изобретательности, я люблю и высоко ценю. Десятого июля, но в разные годы, с интервалом более полувека, родились два знаменитых художника с противоположным взглядом на принципы искусства. Они создали каждый свой особый мир, не похожий на других, однако сразу узнаваемый зрителем. Звали этих художников одного Камиль Писарро, другого Джорджо де Кирико. Знать их необходимо всем, кто стремится к культуре и к знаниям в области искусства. Итак, начнем по старшинству. Французский художник Камиль Писарро родился 10 июля 1830 года на острове Сан-Томас, входящем в состав островов Вест-Индии в Карибском море. Когда-то этот остров был вотчиной пиратов, а к моменту рождения Камиля он принадлежал Дании как ее колония. Могу добавить, что в 1917 году этот остров с другими был куплен Соединенными Штатами у Дании за 25 миллионов долларов. Камиль Писарро родился в обеспеченной семье. Его отец Фредерик Писарро был сефардом, так называют испанских и португальских евреев. Он приехал на остров из Франции, чтобы вступить в право наследства с кабинной лавкой, которую ему оставил его покойный дядя. Но влюбился в молодую вдову и женился на ней. Когда их сыну Камилю исполнилось 12, отец послал его во Францию и отдал в обучение в частную школу под Парижем. Здесь проявились способности мальчика к рисованию, и хозяин школы, месье Савари, профессиональный художник, стал давать ему уроки живописи и рисования. А когда юноша закончил школу, он советовал ему не оставлять занятия живописи и рисовать с натуры все, что он увидит на своем острове Сан-Томас. Однако, когда Камиль вернулся на родину, отец так догрузил его работой клерка, что времени на творчество почти не оставалось. Когда Камилю исполнился 21 год, состоялась его судьбоносная встреча с датским художником Фрицем Мельби, который приехал на Сан-Томас по своим делам. Когда Мельби увидел работы Писарро, он сразу разглядел в нем талант живописца и убедил Камиля бросить работу и уехать вместе с ним в Венесуэлу, чтобы заняться там живописью. Так они и поступили. Уехали в Венесуэлу, сняли там общую студию и в течение 2 лет занимались писанием картин. А когда Камиль захотел ехать в Париж, Фриц благословил его и снабдил рекомендательным письмом к своему брату Антону Мельби, который был в Париже известным художником. Тот принял Камиля радушно и познакомил его с мэтром Камилем Коро, у которого Писарро стал брать уроки живописи. У них было много общего. Оба они более всего ценили красоту природы и предпочитали писать пейзажи. Но была и существенная разница. Коро начинал писать свои пейзажи на пленэре, а заканчивал их в студии, что-то убирая, что-то добавляя в соответствии со своими представлениями о гармонии. А Писарро и начинал, и заканчивал свои картины на пленэре, на природе, тщательно перенося на холст все, что видели его глаза. Поэтому некоторые рецензенты называли его картины «сборной солянкой из кустов, холмов и деревьев». Два Камиля часто яростно спорили между собой. И тут трудно сказать, на чьей стороне была правда. Что касается меня, то я очень люблю пейзажи Камиля Коро. Один из них с детства висел над моей кроватью. Его повесила, конечно, моя мама. Вот этот. Пейзаж с коровой. Но оставим ненадолго Камиля Писарро и перейдем к рассказу о Джорджо де Кирико. Он считается итальянским художником, хотя родился в Греции. Его мать была итальянкой, а отец принадлежал к сицилийской аристократии, отсюда и приставка «де». Свое художественное образование Джорджо получал сначала в Афинах, в высшей художественной школе, а когда ему исполнилось 18, он переехал в Мюнхен, чтобы продолжить образование в художественной академии. Здесь, в Германии, на него оказали сильное влияние философия Шопенгауэра, Ницше, а также живопись художников-символистов Макса Клингера и Арнольда Бёклина. Вот несколько интересных произведений Макса Клингера. А это замечательный Арнольд Бёклин, художник, чья картина «Остров мертвых» вдохновила композитора Сергея Рахманинова на сочинение симфонической поэмы с тем же названием. В 1910 году де Кирико приехал в Париж. Познакомился там с Пабло Пикассо и подружился с ним, а также с теоретиком нового искусства, поэтом Гийомом Аполлинером. В Париже он участвовал в выставках осеннего салона и поразил парижан целой серией своих видов пустынных площадей городов и странных натюрмортов. Возвращаясь к Писарро, в 1860-х он сблизился с группой более молодых, чем он, художников-импрессионистов, среди которых был самым мудрым, его уважали, с ним советовались. А писатель Эмиль Золя ценил его больше других импрессионистов и писал о нем так. «Камиль Писарро – один из 3 или 4 настоящих художников нашего времени. Я редко встречал художественную технику, которая была бы настолько совершенной». Добавлю от себя. Писарро часто менял стили, перенимая манеры и технику у разных своих коллег, но делал это мастерски. Можно сказать, что он владел разными стилями одинаково виртуозно. Когда Писарро исполнился 41 год, он женился на молодой горничной своей матери и поселился в сельской местности. Беспрерывно писал там пейзажи и плодил детей. Он написал около 1000 работ. Но когда началась франко-прусская война, ему пришлось с семьей эмигрировать в Англию, где он провел почти 2 года. Надо сказать, что в Англии он впервые увидел подлинники Уильяма Тердера, которого до тех пор видел, конечно, в репродукциях и копиях. И это произвело на него сильнейшее впечатление. Когда Писарро вернулся во Францию, он обнаружил, что почти все его картины уничтожены или попорчены прусскими солдатами, которые квартировали в его доме. Они использовали их как коврики для вытирания своих сапог. Вся творческая биография Писарро ушла в никуда. Ему пришлось восстанавливать все заново. Но он был человек с сильной волей, он был трудоголик и с энергией взялся за работу. И к первой выставке импрессионистов, которая состоялась в 1874 году, он представил 5 своих работ. Выставка эта вызвала скандал и отповедь всей критики. Я об этом более подробно говорил в 11-м выпуске, когда рассказывал про Эдуарда Мане. А самому Камилю Писарро достались следующие критические строки. «Попытайтесь заставить месье Писарро понять, что деревья не фиолетовые». Но ничто не могло поколебать авторитет Писарро среди импрессионистов. Художница-американка Мэри Кассат, которая примкнула к импрессионистам, писала о Писарро следующее. «Чудный Камиль Писарро. Он мог бы научить рисовать даже камни». В отличие от Писарро, де Кирико предпочитал отображению реального мира мир надуманный. Свои картины он называл загадками. Архитектура на его картинах предвосхищает архитектуру периода фашизма. Рациональную, холодную, выхолощенную, словно не рассчитанную на людей. Время на его картинах словно остановилось, и холодная атмосфера внушает тревогу. Я думаю, что именно картины де Кирико вдохновили шведского режиссера Ингмара Бергмана на сочинение «Кошмарного сна» в его знаменитой картине «Земляничная поляна». Мне снилось, будто во время своей утренней прогулки я забрел в какой-то странный город с пустынными улицами и разрушенными зданиями. В 1917 году в военном госпитале города Феррары де Кирико познакомился с художником Карло Коро, с которым вместе они сформулировали новое направление в живописи, в котором де Кирико уже работал с 1909 года. Они назвали его «метафизическая живопись». Сам термин «метафизика» придумал древнегреческий философ Аристотель с тем, чтобы обозначить мир идей, отличающийся от материального мира, мира природы. И вот этим термином «метафизическая живопись» де Кирико хотел объяснить свои фантазии, которые он выражал на своих полотнах. Вот, например, картина 1909 года «Загадка осеннего дня», где изображена Флоренция. Но эта Флоренция производит впечатление города, пережившего атомную катастрофу через несколько лет после нее. Но вернемся к Писарро. В середине 1880-х он познакомился с живописью художников-пуантилистов Жоржа Сюра и Поля Синьяка. Они изобрели новый способ живописи – наносить изображения мелкими цветными точками. Это так увлекло Писарро, что он сам на некоторое время стал художником-пуантилистом. Вот как писал о нем в связи с этим критик. «Перед нами боец из далекого прошлого, мастер, который постоянно растет и мужественно приспосабливается к новым художественным теориям. Вот работы Писарро-пуантилиста этого периода». Что касается де Кирико, то, объявив себя создателем новой метафизической живописи, он тем самым дал старт живописи сюрреализма. Ведь в Париже его картины были культовыми, и они оказали огромное воздействие на таких художников-сюрреалистов, как Жан Кокто, Ив Танги, Рене Магрит, ну и, конечно, Сальвадор Дали. А когда в начале 20-х де Кирико вдруг отказался от найденного стиля и вернулся к традиционным формам, весь парижский бомон тут же отвернулся от него во главе с главным идеологом сюрреализма, поэтом Андре Бретоном. До середины 30-х творчество де Кирико не вызывает особого интереса у публики. А в 1935 году, когда он вместе со второй женой прибывает в Нью-Йорк, его ждет огромный успех и сотрудничество с модными журналами «Vogue», Харперс Безер. Он начинает писать свои автопортреты в костюмах разных эпох. И в этом проявляется то ли странное чувство юмора, то ли скудоумие. Во всяком случае, с моей точки зрения, в этих работах в традиционных стилях проявляется весьма средний уровень его художественного мастерства. Без изобретательства он, как и многие, большинство современных художников, выглядит весьма посредственным живописцем. В 1890-е годы Камиля Писарро начинает мучить болезнь глаз, и он не может продолжать работать на пленэре. При малейшем ветерке глаза начинают слезиться, и он ничего не видит. Приходится придумывать новый способ, как продолжать творчество. И Камиль находит его, весьма оригинальный. Он решает писать пейзажи, глядя в окно. А чтобы обзор был шире, он снимает номера гостиниц на верхних этажах в Париже и начинает, сидя перед окном, запечатлевать то, что он видит. Поэтому возникают такие странные и необычные ракурсы. Но именно эти картины стали самым большим художественным достижением Писарро и принесли художнику мировую славу. Пользуясь этим принципом, он продолжал писать в Лондоне, Руане, Диепе, Гавре. Так писал он до конца своей жизни, а конец этот наступил 13 ноября 1903 года в Париже. Я очень люблю городские пейзажи Писарро. Всегда вешал их на стену у себя в кабинете. И видел их часто в домах моих знакомых. Они прекрасны. Джорджо де Кирико в последний период своей жизни вновь вернулся к стилю метафизической живописи, потому что она вновь вошла в моду. Но теперь он писал картины, которые были рассчитаны на разгадку, некие ребусы. И желающих разгадать эти картины находилось немало. А кроме этого, де Кирико создавал весьма безвкусные скульптуры из бронзы. Он прожил большую, долгую жизнь, дожив до 90 лет, и умер 20 ноября 1978 года. Но самым ценным в его искусстве является период его молодого творчества с 1909 по 1919 год, когда он писал картины в метафизическом стиле, которые вдохновляли не только художников, но и кинематографистов. И самым ярким примером этому является творчество выдающегося итальянского кинорежиссера Микеланджело Антониони, чьи городские пейзажи, снятые неторопливо, очень напоминают полотна де Кирико. В июле 1863 года в Москве родился Владимир Дуров, российский и советский артист цирка, знаменитый дрессировщик. А через год и 8 месяцев, 8 декабря 1864 года, родился его младший брат Анатолий Дуров, тоже знаменитый, я бы даже сказал, легендарный артист цирка, клоун и дрессировщик. Поэтому я решил объединить рассказ об обоих братьях Дуровых. Оба брата Дуровых были знаменитыми дрессировщиками, которые добивались от своих четвероногих артистов удивительных результатов, никогда не прибегая к насилию. А поскольку я люблю животных и нахожу у них удивительные проявления ума, в которых они иногда превосходят человека, то я хочу поговорить об этом в рассказе о братьях Дуровых. Оба брата родились в семье полицейского. Когда старшему было 5, а младшему 3,5, умерла их мать. Отец запил с горя и тоже вскоре умер, и братья остались круглыми сиротами. Их взял к себе на воспитание крестный, московский адвокат Николай Захаров. Когда братьям исполнилось 10, и поскольку они были дворянского звания, он отдал их на обучение в кадетский корпус. Братья с детства увлекались цирком, причем страстно, поэтому, когда Владимиру исполнилось 16, он самовольно бросил кадетский корпус и пошел работать в цирк. Поскольку он был развитым физически юношей, то стал выступать как силовой акробат, потом как иллюзионист, затем как звукоподражатель и куплетист. А перейдя в цирк «Зверинец», стал выступать как дрессировщик. У него был номер с дрессированной собакой, козлом, крысами и морскими свинками. Что касается младшего брата Анатолия, то он через 2 года был исключен из кадетского корпуса за неспособность к наукам и страсть к акробатике. Крестный устроил его в частный пансион, но, видимо, пример старшего брата не давал ему покоя, и когда ему исполнилось 16, он попросил крестного, чтобы тот отпустил его работать в цирк. Крестный отказал, и тогда Анатолий просто сбежал из дому и поступил работать в балаган Вайнштока. Он выступал там как канатоходец, акробат на трапециях, а потом стал работать как клоун. Причем клоун знаменитый. Он стал самым популярным и высокооплачиваемым артистом цирка в России. Он выступал всегда, как и старший брат, с животными, разыгрывая с ними басни, сценки и даже целые пьески. А Владимир Дуров решил поставить свою работу с животными на научную основу. Как вольнослушатель, он посещал лекции знаменитого физиолога Сеченова, изучал труды Ивана Павлова. И в своих дрессировках он пытался выработать у животных условные рефлексы путем поощрения их едой за удачно сделанный трюк. Но самое интересное, что Владимир обладал даром воздействовать на животных силой своей мысли, как древний царь Соломон. Когда он пришел на встречу с академиком Бехтеревым вместе со своей собакой, тот попросил его дать приказ собаке принести с письменного стола носовой платок Бехтерева. Дуров приказал, собака выполнила, к удивлению Бехтерева. Тогда Бехтерев предложил ему дать мысленный приказ собаке лечь на диван мордой к подушке. Это тоже было выполнено. Впоследствии они вместе с Бехтеревым и Павловым ставили гораздо более сложные опыты, доказав возможность передачи мысли на расстояние. И тем самым доказав, что парапсихология – это совсем не лженаука. Удивляюсь, почему сегодня еще по этому поводу ведутся споры. Владимир Дуров был ученым, основателем новой науки зоопсихологии. Он выпускал научный журнал, в котором очень интересно описывал свои опыты. В его доме бывали тогдашние знаменитости – артисты Качалов, Шаляпин, писатели Чехов, Куприн. Благодаря ему и его цирку был написан рассказ Чехова «Каштанка» и рассказ Куприна «Белый пудель». А Анатолий Дуров прославился как артист-гастролер. Он первым из клоунов стал выступать без клоунского грима и костюма, со своим лицом. и в своем индивидуальном артистическом костюме, и под своим именем. Впервые имя клоуна стало печататься на афишах. Он объездил всю Россию и всюду имел огромный успех. Его номера носили ярко выраженный сатирический характер, а мишенью становились градоначальники, полицейские, власть придержащие, о которых он заранее выяснял сведения перед гастролями. Он выступал в номерах со своими животными и высмеивал бюрократов, взяточников и дураков от власти. За это он неоднократно подвергался преследованиям со стороны полиции, высылался из городов с запретом обратного возвращения. Я помню, в детстве любил картину «Борец и клоун», рассказывающую про дружбу Анатолия Дурова и знаменитого циркового силача Ивана Поддубного. Этот фильм вышел на экраны в 1957 году. Его сняли режиссеры Константин Юдин и Борис Барнетт, а в главных ролях снялись популярные тогда артисты Станислав Чекан и Александр Михайлов. Предлагаю фрагмент из этого фильма. Ваше превосходительство, по законам Российской империи езда на свиньях не воспрещена. Эдика! Слушай, ваше превосходительство. Знаете ли этот господин, с кем он разговаривает? Не могу знать, ваше превосходительство. Понятия не имею. Я градоначальник, встань, когда со мной разговариваешь. Я Зеленый, моя фамилия Зеленый. Ах, Зеленый. Ну что ж, я подожду, пока вы созреете. Вы не находите, что эта свинья похожа на нашего градоначальника? Ваши 24 часа ноги его не было в городе! В 1890 году Анатолий Дуров с большой группой дрессированных животных выехал на гастроли в Европу. Он выступал в Берлине, Вене, Париже, Риме. Начинал обычно свои выступления с монологов в стихах на языке страны пребывания. Причем выступал с уморительным акцентом, а по-русски это звучало так. Вот приехал я, и со мной свинья. Козы, зайцы, лисы, петухи и крысы. Ждет нас полный сбор и большой фурор. Мне ведь даже мавры подносили лавры. У народов всех я имел успех. Буду всех пленять и увеселять массой каламбуров. Анатолий Дуров. Самое удивительное, что в разных странах, городах, у разных народов наибольший успех имели номера с разными животными. В Германии номера со свиньями. В Италии с кошками и крысами. Французы предпочитали петухов и собак. А в Испании грандиозный успех имела пародия на бой быков. В качестве быка выступал большой черный козел, который носился по арене, пытаясь проткнуть рогами красный плащ, бросался на всех, бодался под восторги зрительного зала, пока, наконец, главный тореро, его играл Анатолий Дуров, не протыкал его кинжалом промеж рогов. Понарошке, конечно. Ну, а Владимир Дуров в своем московском доме в январе 1912 года открыл театр «Живого уголка», так он его называл. Впоследствии он стал называться «Уголок Дурова» и стал давать в нем платные представления для москвичей, которые пользовались неизменным успехом. Особенно поражал всех номер «Железная дорога животных», который восхищал особенно юных зрителей. Но помимо своего дара понимать животных и быть самим импонентом, Дуров еще обладал литературным дарованием и написал несколько книг, очень интересных. Я помню, как в детстве мы всей семьей на даче по очереди вслух с большим удовольствием читали книгу Дурова «Мои звери». А Анатолий Дуров в это же время попробовал свои силы в качестве режиссера кино и снял фильм «Война 20 века», в котором снялись собаки, свиньи, куры, гуси, индейки и он сам. Картина не сохранилась, но, по всей видимости, это было нечто вроде «Скотского хутора». Как артист Дуров снимался и в других немых фильмах. А в 1913 году он выступил в Московском политехническом музее с лекцией о смехе и о жрецах смеха. В этой лекции он выразил свое понимание природы комического и значения клоунады. То есть он, как и его брат, был не только артистом, но и мыслящим исследователем, сознательно подходящим к процессу творчества. А еще через 3 года, в 1916, находясь на гастролях в городе Мариуполе, Анатолий Дуров скоропостижно скончался от брюшного тифа. Это был выдающийся, по мнению многих, великий артист. И единственный русский артист цирка, который вошел в общеевропейский реестр лучших циркачей мира. А что касается Владимира Дурова, то он пережил революцию. После октябрьских событий его выселили из дома, а животных поместили в зоопарк. где многие из них умерли от тоски и от голода. Только через 2 года нарком просвещения Луначарский выдал Дурову охранную грамоту, ему вернули дом, оставшихся в живых животных, и уголок Дурова сделали государственным предприятием. Владимир Дуров продолжил свою артистическую и научную деятельность. Он стал любимцем московской детворы, первым из артистов цирка получил звание заслуженного артиста Российской Федерации. Скончался он 3 августа 1934 года. Когда гроб с его телом по завещанию Дурова проносили мимо клеток со зверями, то они, по свидетельству очевидцев, рыдали как люди. А театр, театр зверей, основанный Дуровым, существует в Москве до сих пор. Братья Дуровы связали свою артистическую деятельность с животными. Причем Владимир Дуров называл каждого из своих подопечных другом, близким другом, преданным другом. Он писал: «Мне хочется, чтобы животные перестали быть для человека какими-то ходячими машинами, которые он может эксплуатировать как ему угодно, и по отношению к которым он не чувствует никаких нравственных обязательств. Пусть он почувствует в животном личность, сознающую, думающую, радующуюся и страдающую». Занятие искусством и творчеством до сих пор считается привилегией человека, отличающей его от животных. На самом деле это не так. Именно в животном мире мы видим проявление готовности к игре, проявление понимания красоты, восприятие звука и цвета как источников гармонии. Истоки искусства мы видим в свадебных ритуалах у животных, особенно у птиц, в красоте оперения, в красоте птичьих трелей, в оригинальности пластических движений ритуальных, похожих на танцы. Но если все это дано животным от природы, то тем более удивительны оригинальные проявления творчества в процессе любовного ухаживания. Меня поражает эта маленькая птичка, которая декорирует свадебное гнездо особым набором предметов и сочетанием цветов, выбранных исходя из собственного эстетического вкуса. Одна предпочитает розовые тона, другая – синие, третья – перламутровые. Это жених, который, волнуясь, демонстрирует возлюбленный, созданный им дизайн, стремясь покорить ее сердце, в то время как его избранница проявляет свой эстетический вкус, соглашаясь на брак или отвергая предложенный дизайн, если он ей не понравится. Особенно ярко и выразительно животные разных видов, от птиц до млекопитающих, реагируют на музыку. Когда моя дочь начинала петь, аккомпанируя себе на пианино, наш кот Степан непременно вбегал в комнату, усаживался и все ближе-ближе подсаживался к ней, пожирая ее влюбленными глазами. На это было невозможно смотреть без смеха. А наша собака, королевская черная пудель Ширли, едва я начинал играть что-то бравурное, тут же начинала яростно грызть свою ароматическую косточку. А недавно я разыгрывался здесь на электронном рояле, и под наше окно слетелось множество птичек, расселись на дереве и стали чирикать в такт музыки. Это тоже нас очень позабавило. А теперь я хочу показать вам кадры, где животные разных видов, и домашние, и дикие, по-разному реагируют на музыку. They love that music. Play it again for him, so I'll give him another tune. Прежде чем завершить 51-й выпуск нашей программы, я хочу поблагодарить тех, кто оказал поддержку нашему каналу, и обратиться к тем, кто собирается это сделать. На ваших экранах под видеоизображением приведены ссылки, открыв которые вы легко сможете послать денежный перевод на мой личный кошелек в платежной системе PayPal. Не забывайте ставить лайки, причем ставьте их не в начале, а после середины просмотра, иначе они не засчитываются. А тем, кто не успел подписаться на наш канал, предлагаю сделать это сейчас. А теперь я приглашаю вас на следующий 52-й выпуск программы «Дом культуры» Юрия Мамина.